Трус не играет в хоккей. За победу в зональном этапе Кубка Союза помощи многодетным и приемным семьям мы сошлись 4 команды. Из Одинцова, Краснознаменска, Кубинки и Истры. Папы из многодетных семей и их дети. И у нас даже девочки играют. То есть играют дети против детей и папы против пап. Ценность турнира – это, конечно, объединение семьи, чтобы собственным примером показать, насколько важна крепкая семья. Играют раздельно, но счет общий. Только во время одной встречи смена составов на льду проходит несколько раз. Отцы буквально своим примером показывают детям, как надо играть. Многие, кстати, занимаются хоккеем давно. Капитан краснознаменской команды Александр Уступов рассказывает, на лед выходят регулярно, не реже раза в неделю. Правда, каждая такая тренировка – это траты семейного бюджета. Оплачивать приходится и аренду катка, и дорогу до него. У нас несколько попыток было построить, свой искусственный лед, но, к сожалению, у нас это все пока не осуществилось. Вот Оксана Пушкина помогала много времени. Может, проведение вот этих турниров, поможет нам развитие данного направления и строительство не ледовой арены, хотя бы какого-то крытого катка. Победителем зонального этапа стала команда из Одинцова. Хозяева поля выиграли у своих соперников из Кубинки со счетом 20-3. Следующий выход на лед у команды состоится 27 апреля в Можайске. В финале Кубка Союза помощи многодетным и приемным семьям. Роман Попов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».